Привет, малыши. Ну, рассказывайте, где вы сейчас находитесь, чем вы занимаетесь. Здравствуйте еще раз. Мы ловили много рыб, а еще мы тут встретили два маленьких котенка. Два маленьких котенка. Понравились вам котенки? Да. Очень. Ну, рассказывайте, чем вы здесь занимаетесь целый день, хоть послушайте вас. Мы ловили рыбу, а еще мы играли с котятами. У нас дома тоже есть, только не котенок, а щеночек. В общем, вам здесь не скучно было, да? Нет, а еще мы играли с мамой и с папой в догонялки. Да. И еще с нашей младшей сестрой. Кто выиграл? Выиграла Еся, Ваня и я. А мама проиграла. Но пока наша сестра слишком маленькая, ей только 2 месяца, поэтому мы с ней ходили, она спит сейчас, и мы с ней ходили на рыбалку. Ну, вам нравится здесь, нет? Очень. Угу. Ну, приезжайте, мы всегда будем рады. У вас и игрушечки всегда вам, и все для вас, малыши. А не сегодня-завтра вы станете выдающими рыбаками. Хорошо. Но только мы поймали за все эти 2 раза целых 4 или 9 или 10 рыб. Ну, вы ловите только осетров, вы же простых-то рыб не ловите. Да. А пока. Мы сейчас сома ловили. Поймали сома? Нет, еще. Ну, бегите, ловите. Пока. Бегите, ловите.